В исполнении указа главы Республики Саха-Якутия Министерство образования и науки продолжает меры поддержки детей, участников специальной военной операции. Реализуем 5 мер, продолжаем. И сегодня идет самая горячая пора, это запись в летние оздоровительные лагеря. Горячая линия штаба лета 8 855 01 421. Запись идет у нас с 1 мая через единый портал госуслуг. Мы путевки выдаем в республиканские лагеря Сосновый Бор, Кескиль, Связист, Малая Академия Наук и Сириустара. Муниципальные и городские лагеря тоже принимают заявки от родителей. Городской округ, город Якутск, свои лагеря принимает и заявки от районов. Поэтому сегодня можете тоже отправлять заявки в адрес управления образования городского округа, город Якутск. Также реализуются меры поддержки и детей по организации питания детей и посещению детей дошкольные образовательные учреждения. Сегодня тоже у нас открыты работают штаб республиканский абитуриент по поступлению детей наших выпускников специальные профессиональные образовательные учреждения и учреждения высшего образования. Здесь учреждения высшего образования сегодня имеют 10% льготы для участников и детей СВО. Это объем контрольных цифр приема. А при поступлении абитуриентов в средние профессиональные образовательные организации при равенстве баллов поступления льготы имеют тоже участники и дети участников специальной военной операции. Также мы продолжаем заключать договора целевого обучения наших студентов. Тоже можете обращаться по номеру телефона республиканского штаба 8 41 12 50 60 и 44. В Министерстве образования есть общий штаб по мерам поддержки, номер телефона 50 69 89.